Она хотела бы стать просто чайкой. Над солью моря, над суетой земли. Ходить в рваных джинсах и белой майке. И провожать в порту огромные корабли. Она искала свой дом, отчаянно и с надеждой, себя примеряя к их странам и городам, к их языкам, культурам и побережьям, всегда готова к их солнцам и к их дождям. Она летала много без карты правил. Душа — навигатор, сердце — дорога длинная. Она находила себя на берегах океанов, она находила себя в тропических ливнях, она гуляла по улицам Рима и Ниццы, она сидела за столиками в Каире. И всюду чайки, свободные белые птицы, так свободно парят над миром. Она находила себя в китайских пагодах, в высоких горах, в ажурном альпийском снеге. Она искала свой дом. Зачем-то надо ей. А вместо дома нашла себя в человеке.